Всем огромный привет! Меня зовут Инесса, я рада приветствовать вас у себя в гостях на канале. Сегодня снимаю видео с новиночками наборов по производителям за месяц октябрь. Сейчас посмотрим, что в месяце октябре у нас наши производители любимые повыпускали, что за красота у нас новая появилась. И начать... Я хотела бы с того, что скажу сначала, кто на сегодня участвует. Это, как обычно, Риолис, это Лети Стич, Лука С, Овен, МП Студия и Золотое Руно. Производителей немного. Как-то вот в этот раз так. Сразу напоминаю вам о том, что под каждым своим видео с новинками я оставляю тайм-коды для удобства, для вашего, чтобы вам было удобнее смотреть. Если вам не интересны все производители, а какой-то отдельный, вы можете кликнуть на того производителя, который вам нравится, и сразу перейдете к этой части видео, где я о нем рассказываю. Давайте начнем. И начнем мы с производителя Риолис. У Риолис в месяце октябрь вышли вот такие прекрасные подарочные мешочки с очень интересными мотивами. Казалось бы, Новый год на дворе, но там цветочки. Но они очень милые, размерах 14 на 20 сантиметров. Только я так понимаю, что это размер вышивки именно, а не мешочков. Ну, если я правильно поняла, если нет, то поправьте меня, пожалуйста. Вышиваться они будут на AIDE 18 каунта ниточками ПНК. Также вот такой прекрасный очечник появился у нас. Называется он Modern. Его размер 9 на 18 сантиметров. Вышивается он шерстью. И здесь у нас 16 цветов ниточек участвует. Город на воде. Называется следующий дизайн. Это такой, как это назвать, сэмплер. Сэмплер в стиле примитив, я так это назову. Уже не первый он у Риолис. Уже несколько сюжетов есть, все они прекрасные, все они пользуются успехом. И вот очередной вышел город на воде, называется 24 на 30 сантиметров размера его. Здесь он у нас вышивается на 14 Аиде. Всего 9 цветов ниточек анкор у нас здесь в данном дизайне. Вот такие прекрасные три совушки, магнитики вышли в октябре у Риолис. Они совсем малюсенечки, 4,5 на 6 сантиметров их размер. Вышиваются они шерстяными ниточками, всего 9 цветов. И вместо основы тканевой здесь у нас пластик 14, по-моему, 10 каунта. 10 каунт. Если опять же я все правильно тебе пометила. Далее вот уже сюжет на канве. Называется он букет с физалисом. Прекрасный осенний дизайн. Физалис просто очаровательный. 21 на 30 сантиметров его размер. 17 цветов ниточек всего задействовано. Вышивается шерстью. Акриловой, искусственной, да, не настоящей. И здесь 14 Аида. Стандартно, как у большинства наборчиков Риолис. В принципе, классика, да. Далее вот такой хороший, яркий сюжет. Москва-Сити он называется, который вышивается на 14 Аиде черного цвета. Размер данного дизайна 30 на 30 сантиметров. Всего 27 цветов шерстяных ниточек. Здесь будет у нас участвовать. И единственное, что вот я из месяца в месяц задаюсь вопросом, ну, я понимаю, что, скорее всего, с одной точки зрения, это просто такой, как это сказать, ну, не то чтобы задумка у Риолис такая, ну, стиль у них такой, так они задумали, что у них большинство наборов вышиваются шерстью, но для меня лично немножечко все время удивительно, когда такие дизайны, вот какие-то городские сюжеты, цветы, портреты людей, когда они вышиваются шерстью. Для меня это совершенно немножко необъяснимо. Не знаю почему. А вот когда какие-то животные, птички, какие-то магнитики, еще что-то, все окей, все хорошо, все понятно. Ну, то есть для оптического какого-то эффекта, в принципе, ну, дабы приблизить к натуральному, да. Но когда вот такие городские сюжеты, какие-то примитивы, еще что-то, шерстью вышивать, если честно, для меня немножечко непонятно, хотя я ничего абсолютно не имею против шерсти, просто чисто из логических соображений, ну, возможно, да, вот у них такая задумка, им так
видеться. Они вот это делают своим такой конёках, скажем так, изюминка. Я в данный момент вышиваю Олис, дамы, две девушки под яблоней, шерстью. Выглядит изумительно, но все равно вышиваю и до конца не могу понять, почему нужно девушек вышивать шерстью. Ладно. Просто мне кажется, именно в ниточках анкор или там, ну, любые другие ниточки, если взять типа хлопковые, либо уже не хлопковые, неважно, но не шерстяные, мне кажется, там визуально будет совсем немножко другой эффект. Ну, возможно, Риолис именно этого и добивается, именно этого эффекта от шерстяных ниточек, поэтому... Ну, это такое было лирическое отступление. Ладно. Пламенные маки называется следующий дизайн. Его размер 40 на 40 сантиметров. Вот такой квадратный дизайн. Возможно, задумывался на подушку, потому что размер такой подходящий. И вот опять же маки, да, вышивается шерстью по какой-то причине. Ладно. 22 цвета ниточек здесь у нас будет. И вышивается на 10 аиде. Ну да, в принципе, скорее всего, это подушка. Потому что часто подушки именно вышиваются на 10-м каунте. Ну, по крайней мере, у производителей. Плюшевый ушастик. Вот такая прекрасная куала. Такой прекрасный сюжет. Есть у Риолис уже куалы. А вот здесь вот одна такая классная. Ну, или классный, да, ушастик. 21 на 30 сантиметров ее размер. Вышивается на 14-й аиде. Также шерстяными нитками. И 14 цветов этих шерстяных ниточек у нас здесь в наборчике. Далее, вот такая миниатюра для деток, возможно, для того, кто только начинает. Вот такая прекрасная миниатюрка солнышко, размер 10 на 10 сантиметров. Здесь всего 7 цветов ниточек, опять же, шерсть и 10-й каунт Аиды. Вот так, казалось бы, все максимально просто, да, для того, чтобы начать, для того, чтобы познакомиться с вышивкой, крестиком. Почему бы нет? В пару к солнышку есть вот такая прекрасная ромашка. Ее размер также 10 на 10 сантиметров. Здесь также 7 цветов шерстяных ниточек. Опять же, 10-й каунт. Ну, такие две малышки также появились у нас в октябре. Следующий дизайн такой прекрасный. Ну, просто меня очень так как-то впечатлил. Называется он Пушкин. Это вот такой портрет Пушкина, всем известного. 30 на 40 сантиметров его размер. Здесь 14-я Аида с нанесенным фоновым рисунком, 14 цветов всего лишь ниточек, и он вышивается ниточками анкор. Ну, очень классный дизайн, конечно, очень такой красивый. Мне кажется, идеальный подарок, например, на День учителя преподавателю литературы. Вот что может быть прекраснее? Вот мне кажется, ну, это просто попадание в яблочко. Следующий дизайн называется «Сыновья леса», который я упорно почему-то запомнила «Сыновья лета», не знаю почему, это «Сыновья леса». Вот такие львята, почему львята? Волчата, забыла, как они называются, эти прекрасные животные. Вот такие волчата, размер данного дизайна 40 на 30 сантиметров. Здесь у нас вышивается все это шерстью акриловой. 14 Аида в наборе, 17 цветов ниточек всего лишь. Очень такие простенькие, скажем так, в комплектации наборы в этом месте. Да, всего 17 цветов, 19, 14, ну, такие хорошие, в общем. Далее вот такой прекрасный... Летний, по-моему, сюжет, очень насыщенный, очень прекрасный, замечательный, позитивный. В конце осени у нас вышел, ну как, в середине осени у нас вышел «Зонт моей бабушки» он называется. Почему «Зонт моей бабушки»? Лично у меня данный зонт не вызывает ассоциации с бабушкой, потому что он такой романтичный, он такой яркий, он такой цветочный. Ну, как минимум, не бабушки точно. Ну да ладно. 24 на 30 сантиметров размер данного зонта прекрасного. 14-я Аида опять же в наборе. 18 цветов ниточек вышивается шерстью. И последний дизайн у Риолис в месяц октябрь, который вышел, называется «Яркие коктейли». Вот такой опять же летний дизайн, жизнеутверждающий, позитивный, который навевает воспоминания, либо какие-то мечты о отпуске, о лете. В общем, очень такой позитивный, классный дизайн. 25 на 25 сантиметров его размер. Вышивается он на 14-й Аиде, опять же, с фоновым рисунком, с нанесенным фоновым рисунком, ниточками анкор. И здесь у нас их 20 штук.
Вот так вот такие дела у нас обстоят с риолисом. Переходим дальше мы к лети стич. Быстренько, коротенько, потому что здесь я вам покажу только один наборчик, который появился в октябре. Не могла пройти мимо. Вот такой прекрасный набор игрушек от Лети Стич. Здесь 7 прекрасных дизайнов. Размер, я так понимаю, не каждой игрушки, а ну, в среднем как-то 15 на 15 сантиметров. Ну, по крайней мере, именно так заявлено на сайте у производителя. Хотя очевидно, что все они абсолютно разного размера, да? Ну, по крайней мере, так чисто визуально даже. Разной формы, скажем так. Здесь участвуют 56 цветов ниточек. И 14-й пластик, то есть 14-й каунт пластика. Вот. Ну, они мне так понравились. Я их когда увидела, они настолько чудесные. Они чем-то, если честно, не то чтобы мне напомнили, но они мне даже показались более притягательными какими-то, нежели подобного плана новогодние игрушки от Dimensions. Не знаю, почему здесь такая палитра цветовая. Ну, конечно, если они в жизни в результате тоже будут в такой палитре, как мы видим на фотографии, да, что, конечно же, не факт. Но не такие добрые, они такие, как будто бы, ну вот, не из этого времени, в котором мы живем, да, какие-то немножечко под ретро, что ли, под какие-то добрые мультики, сказки. В общем, они такие какие-то теплые. Очень мне, в общем, они понравились. Я бы их с огромным удовольствием приобрела, но я посмотрела их цену на официальном сайте Лети Стич. А поняла, что не сегодня. Возможно, но не сегодня. Но очень хотелось бы их приобрести. Они, конечно, шикарные. Поэтому не могла пройти мимо и вот делюсь данным наборчиком с вами, чтобы, возможно, вы не пропустили такую шикарную новинку. Возможно, кому-то он тоже понравится, этот набор. Поэтому обязательно дайте обратную связь, напишите в комментариях, понравился ли вам этот наборчик. Мне очень сильно, я бы с удовольствием вышла каждую из этих игрушек. Вот каждую. Даже не знаю, какая мне нравится больше. Они все настолько чудесные, настолько прекрасные, что, ну, прям, ну, прям вот любовь. Если честно, у меня с ними какая-то вот получилась, случилась. Ладно, дальше идем к производителю Lucas. Здесь опять же новогодние игрушки. Вот такие две машинки. Вышиваются они на пластике. Размер каждой машинки 12 на 12 сантиметров. Здесь всего 30 цветов ниточек хлопковых участвуют. Так понимаю, DMC. Здесь я ничего не путаю. Тоже очень красивые. В пару к этим двум машинкам вышли вот такие два дизайна, это гномик и домик, также вышиваются на пластике, здесь размер 13 на 15 сантиметров, 34 цвета ниточек, ну и они, конечно, прекрасные. Далее, вот такая вот новиночка у Lucas, такие достаточно детские, добрые, милые сюжеты. Почему сюжеты? Потому что их два парные. Первый сюжет — это кот со снеговиком. Размер данной милоты 19 на 18 сантиметров, абсолютно такие лояльного размера, не гиганты. 24 цвета хлопковых ниточек, 16 Аида в наборчике. И ну такие они добрые, эти ребята, такой кот классный. Вот, кстати, год грядет кролика-кота, да? Ну, как это так говорится, да? Кота либо кролика. И вот, мне кажется, как раз для тех, кто все-таки думает, что год кота, почему бы нет, прекрасный сюжет. Ну и парни к данному — лиса и снеговик, ну или лисенок и снеговик. Также 19 на 18 сантиметров, здесь 36 цветов ниточек, также 16 Аида в наборчике. И он не менее прекрасен, хоть и нету года лисы, что, кстати, очень-очень жаль, да? Но эти дизайны тоже, они такие милые, очень порадовали. Более крупная, более монументальная работа, дизайн, разработка, которая вышла в Лукас в этом месяце, в месяце октябрь. Это вот такой морской пейзаж с палаткой, лодкой. Я даже не переводила дословно название, но вы видите картинку. Размер данного дизайна 51 на 34 сантиметра. Здесь уже у нас побольше ниточек участвует. 65 цветов хлопковых ниточек, предположим, DMC. И вышивается это на 18-й Аиде. То есть, если каунт увеличить, конечно, будет еще больше. Ну, очень классный пейзаж. Почему-то он, мне кажется, такой в стиле
индейцев, вот в индейском стиле. Возможно, из-за палатки, возможно, я, конечно, ошибаюсь, но вот почему-то я впервые, когда я его увидела, посмотрела, мне показалось, как вот прям вижу где-то вдалеке или там в сторонке племя бегает. Почему-то вот у меня так ассоциация такая сразу с индейцами, не знаю почему. И последний дизайн от Look AS, который я вам сегодня покажу, это вот такие прекрасные лошади. Две штука. Очень интересные, особенно вот эта лошадь, которая на переднем плане, которая светлая, белая, да, у нее грива такая из цветов. Такого я еще не видела. Очень интересно, заинтересовала меня 45 на 32 сантиметра размер данного дизайна. 51 цвет ниточек хлопковых у нас здесь задействован. Вышивается на 16-й аиде. Я вам скажу, если вам нужны изменения либо улучшения трудовых условий своих, в общем, или как это правильно сказать, в общем, вышивайте лошадей, говорят, примета есть такая, если будешь вышивать лошадей, то будут какие-то там у тебя, в общем, пахать будешь как лошадь, либо будут там, не знаю, к смене работы, либо улучшению, ухудшению там трудовых своих условий рабочих, в общем, что-то с работой связанное произойдет. Не всегда, как говорят вышивальщицы, это прямо в положительном ключе все, что происходит. Поэтому лично я, если честно, опасаюсь вышивать лошадей, потому что, конечно, изменения могут произойти, но кто знает, в лучшую или сторону, да? Потому что, как некоторые говорят, будешь вышивать лошадей, будешь пахать как лошадь. Ну, а этого бы, конечно, не хотелось. Что сразу там прибавляется работа, находится работа, которая была и не запланирована, и вообще как бы была так это... И не догадывался, я бы не предполагала, что будет. То есть что-то наваливается на тебя, все, и ты пашешь, вот как лошадь. Но дизайн красивый. Лично я не проверяла еще эту примету, и, честно, не очень хочется. Хотя лошадей люблю, я рождена была в год лошади, и мне это очень близкая тема, это животное. Но нет, спасибо. Я бы вышила что-нибудь, где примета в обратную сторону, чтобы меньше работы было. И больше заработка, скажем так, или там больше удовольствия, больше свободного времени, больше там еще чего-то. В общем, ладно, разглагольствование. Следующий производитель Овен. Здесь немного, здесь всего 4 новиночки. Первый дизайн, который вам покажу, называется «Апельсиновая вода». 15 на 24 сантиметра ее размер. Здесь у нас 16 аида, 26 цветов, ниточек ПНК. Далее вышел вот такой прекрасный новый кружочек. Озеро Байкал он называется. Его размер 20 на 20 сантиметров, если вышивать на 16 аиде, которая у нас вложена в наборчик производителем. Вышивается на ниточками ПНК в количестве 20 цветов. Есть только миг между прошлым и будущим. Вот именно так называется данный дизайн, который я вам сейчас показываю. Есть только миг. 40 на 25 сантиметров его размер. 16 аида в наборчике. 35 цветов ниточек ПНК. Почему такое название? У меня предположений нет. Но дизайн красивый. И последний дизайн называется «Альпийская сказка». 24 на 32 сантиметра ее дизайн, ее размер. Здесь также 16 аида, также ниточки ПНК в количестве 25 цветов. И, ну и у Овна в этом месяце это как-то все. Немного, но решила все-таки не проходить мимо, показать, потому что очень симпатичная. Следующий производитель это МП Студия, несменный просто участник моих видео о новинках. Каждый месяц они стараются, выпускают красоту, маленькие дизайны, не очень маленькие, в общем разные. И, естественно, пройти мимо нельзя, обязательно хочется познакомить вас с их новинками. Серия миниатюр, которая называется «Рукодельные штучки». Первый дизайн это вот такой вот прекрасный, по-моему, цапельки, да, если не ошибаюсь, это. Размер данного дизайна 10 на 10 сантиметров. Ниточки ПНК здесь у нас в наборе. Другой никакой информации почему-то я не нашла, не увидела на данный момент.
Возможно, если зайти на официальный сайт MP-студии, там будет побольше информации, поэтому если вдруг заинтересовали, заходите уже, не серчайте, не обижайтесь. Не бросайте мне помидоры из-за того, что мало информации. Заходите, смотрите. Также из этой серии вышли два дизайна, называются рукодельные штучки бобины. Это вот, кстати, к цапелькам. Второй дизайн бобины. Все то же самое, 10 на 10 сантиметров, ниточки ПНК. Также у нас есть еще рукодельные штучки пяльца и рукодельные штучки кружева. Все здесь одного размера, это такая серия из 4 дизайнов, ну пока что из 4. Вся остальная информация, пожалуйста, добро пожаловать на сайт. Лошадь называется следующий дизайн, опять же лошадь. Красивая лошадь, ничего не скажешь. Размеры 23 на 20 сантиметров. Вышивается она ниточками гамма в количестве 30 цветов. Аида 16 аккаунта у нас в наборчике. И какая бы прекрасная она ни была, лично я ее не хочу вышивать. Но она очень красивая. Возможно, есть кто-то, у кого эти приметы не так уж прям, чтобы и работают в негативном ключе. Поэтому лошадь, вот, пожалуйста. Также два прекрасных дизайна вышли пасхальных почему-то, хотя у нас на носу Рождество. Ну да ладно, это вот такой пасхальный зайка с курочкой, который вышивается на пластике 10-го аккаунта. Здесь 10-го, 14-го аккаунта. Здесь 17 цветов ниточек ПНК у нас в наборе. Ну, прикольный такой зайка, красивенький, он такой в форме яйца, как будто бы, да. Ну и к нему в пару вышел сладкий кулич, зайка со сладким куличом, который в руках, в лапках держит кулич. Здесь у нас 19 цветов ниточек ПНК участвует, и 14 опять же пластик. Очень два милых зайки. Ну и следующий год будет за кролика, зайца, да, кота, поэтому тоже очень в тему. Разноцветные тыквы называется следующий дизайн, который я вам сейчас показываю. Его размер 18 на 26 сантиметров. Здесь у нас 14 аккаунт Аиды. Ниточки гамма в количестве 26 цветов. И очень прекрасный осенний дизайн для любителей тыкв. А я знаю, таковые есть. Вот, пожалуйста, не только авторские схемы у нас есть с тыквами, которых просто, по-моему, неисчислимое количество. Веселенький, прикольный сюжет. Почему бы нет? Вот следующий сюжет очень красивый, он мне очень понравился. Называется он «Лесной олень». Его размер 25 на 20 сантиметров. Здесь у нас 16 аида, ниточки гамма и 30 цветов у нас этих ниточек здесь задействовано. Ну вот олень хороший. Не знаю, к чему, по какой примете вообще у нас относится олень. Если кто-то знает, дайте знать об этом в комментариях, напишите, пожалуйста, можно ли сказать, что если вышивать оленя, то сработает та же примета, как и с лошадьми. Ну, ведь это что-то типа из той серии. Вот, не знаю. И, собственно говоря, там по студии это все в этом месяце. Не очень много, по крайней мере, я нашла, но все же есть что показать. Ну и последний производитель на сегодня, о котором я вам расскажу, это золотое руно, несменное золотое руно, также которым я каждый месяц восхищаюсь. Каждый месяц они удивляют своими новинками прекрасными, особенно музейными коллекциями. Сегодня всего 3 дизайна, которые я вам покажу, но они 3 действительно достойных дизайна. Первая картина называется, первая разработка, «Жанна д'Арк в бою». Здесь у нас размер данной работы 66 на 81 сантиметр. Это у нас такая прямо полноправная, настоящая многоцветка, потому что здесь у нас 127 цветов ниточек Мадейра. И вышивается это на 18 аиде. Данная картина, оригинал имеется в виду, представлена в Государственном Эрмитаже города Санкт-Петербург. Художником картины является Герман Антон Штильке. И у нас здесь
Разработка представляет собой центральную часть триптиха «Жизнь Жанны д'Арк», 1843 год. Вот такая вот информация у меня есть по этой картине. Ну, очень она, конечно, атмосферная. И, конечно, да. Думаю, будет не очень легко вышиваться, но размер, количество цветов, понятно, что для опытных вышивальщиц. Второй дизайн, который я вам покажу, называется «Похищение Европы». Здесь у нас размер работы 30 на 41 сантиметр. Здесь уже поменьше ниточек, всего 50 цветов. Аида также 18-я, и вот такой вот дизайн представлен. Картина «Похищение Европы» написана русским художником Серовым в 1910 году. Вариантов произведения несколько. Один из них представлен в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Эта работа Серова признана образцом модернизма, нового на период появления картины и течения в живописи, характеризующегося отрывом от традиций и опыта, а также некоторой схематизацией изображения. Ну, действительно, это можно видеть, да, в этой работе достаточно схематично так все показано. Буйвол или корова, что это в воде, дельфин скачет, там, выскакивает из воды. Вот не сказала бы, да, что здесь 50 оттенков ниточек, но они тут есть. Значит, все-таки вода, которая на первый взгляд кажется, ну, 3-4 оттенка ниточек там задействована, да, окажется все не так просто, как казалось бы на первый взгляд. И третий, завершающий дизайн от «Золотого руна». Называется он «Портрет камеристки инфанты Изабеллы». Здесь у нас размер 42 на 32 сантиметра. Всего 40 цветов ниточек участвуют. Это также ниточки Мадейра. 18-я Аида у нас в наборе. И данная разработка у нас сделана по картине Питера Пауля Рубенса. Думаю, все его знают. Портрет изображает придворную даму-камеристку инфанты Изабеллы Клары Евгении. Датируется приблизительно 1623-1626 годами. С 1772 года картина находится в экспозиции Эрмитажа. Она является нехарактерным для творчества Рубенса обращением к жанру психологического портрета. Это полотно принадлежит к лучшим портретным работам Рубенса. Ну, особенно, как он называется, воротник этой дамы, да, конечно, привлекает к себе внимание, притягивает взгляд. Ну, дама такая, конечно, хорошая, симпатичная, но для любителей портретной вышивки, вообще портретов. Что тут скажешь? Красиво. Красиво. Эти музейные коллекции, они не устают удивлять. На этом у меня все. Это все новинки, которые я хотела вам сегодня показать, о которых я хотела вам сегодня рассказать. Обязательно у меня к вам есть одна просьба. Напишите, пожалуйста, в комментарии, возможно, каких производителей вам хотелось бы в следующий месяц увидеть в видео с новинками. Потому что я так уже заметила, что из видео в видео в основном у меня переходят одни и те же производители, редко когда что меняется, плюс-минус какие-то другие. Возможно, есть какие-то производители, которые не настолько на слуху, которые не настолько прям, да, вот впереди планеты всей, на которых прям все-все-все вот слышат, знают, вышивают. Но вам также было бы интересно понаблюдать за их новинками, узнать, что там вышло новенького. Напишите мне, пожалуйста, ваших интересующих вас производителей в комментарии. Я обязательно учту ваши пожелания и в следующем месяце добавлю их в свое видео. На этом у меня все. Я буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого-самого хорошего, вдохновения, здоровья, мирного неба над головой, хорошего настроения, золотой осени. Пусть все у вас будет хорошо, вышивайте с удовольствием. Но мы с вами совсем скоро увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего и до скорых встреч. Пока-пока!